Вы знаете, что я человек слова. Я сейчас публично на всю страну заявляю абсолютно со всей ответственностью. Если я вас предам, если я буду участвовать в какой-то незаконной схеме против вас, против нашей страны, я каждому жителю страны, который желает, раздам по 1-литровой бутылке бензина, и я вам разрешаю просто сжечь меня, поджечь мой дом, мою машину, если я что-то сделаю против любого гражданина нашей страны. И если я не посажу всю эту нечистоту, если я не поломаю все схемы и не разгоню всю эту шушеру, ее часть надо разогнать, вторую посадить в тюрьму. Если этого не сделаю, вы тоже, пожалуйста, я напишу, вы знаете, где живу в Бельцах, вы знаете, где мой родительский дом в Фалештах, вся страна знает, где я живу в Кишиневе. Я вам со всей ответственностью, не то что разрешаю, я вас прошу, что если я не делаю то, что я вам обещаю, просто можете все сжечь вместе со мной.